домашний гранатовый сок. Как? Слушай, ну у тебя такое лицо, тебе прям вот ну, надо выпить гранатового сока. Прям вот очень надо. Хорошо, давай, сейчас организую. Ты на бокал не обращай внимания. У меня просто другие закончились. Конечно, сок. Видишь, даже написано гранатовый сок.
все нормально. Нормально, просто если вдруг какие-то ранки есть, он может немножко пощипывать. Ой, я обожаю, что-то я так подсела в последнее время на эти скрабы. Ты не представляешь, у меня уже дома целая гора их. Ой, да и вообще, как-то знаешь, на запахи, на ароматы тоже не могу подсела. Тоже насобирала дома целую коллекцию всяких парфюмов. Заказала еще одни. Мне как раз вот они недавно приехали. Я тебе покажу попозже.
ближайшую неделю, например, какое-нибудь ключевое событие на ближайшую неделю. Как тебе? А, мне плохо. Да, давай. Давай узнаем. Хорошо, хорошо, сейчас передосу. Итак, смотрим. Очень сильная сухость. Можно мазать.
обеспечен шелушение и обветривание для очень сухой кожи. Ну вот мы как раз после скрабирования сейчас это все закрепим. Я возьму чуть-чуть воска. Давай ручку сейчас намажем. Одну ручку. Закрепим масляный и питающий эффект скраба. Да, завтра мне скажешь, как проснемся. Скажешь, как тебе воск. Мне очень понравился. Для ручек, для пяточек. Прям вообще топовый топ. Хорошо, хорошо. Разотрем ручки. Ручки. Так, еще немножко. И на другую ручку сейчас намажем. Так. Другую ручку. Я же говорю, тело не очень будет мазать, а вот такой ручки прям идеально. Ой, у тебя прям такой сегодня спа немножко. Домашний спа. Да, почему бы нет? Ой, класс. Во, шик, блеск. У нас с тобой все-таки встретиться. Да. Я безумно рада. Особенно то, что ты у меня на ночь остаешься. Это вообще кайф. Классно. Ой, тебе так идет этот цвет. Она, да, очень легкая. Легкая. Там можно еще немножко блеск сверху нанести. Вообще шик будет. Красота. Где купила? Ой, давай я тебе ссылочки пришлю, так будет удобнее. Много же всего было. Чуть не забыла, я же хотела тебе еще показать. Мне приехали духи. Я же тебе говорила, что я подсела просто на парфюмы, на разные. Такие, смотри. Вообще первый раз заказывала себе что-то из-за границы. Ну, типа, не с Алиэкспресс, знаешь, а с какого-то, ну, просто... сайта. Но мне так понравилось.
понравилось описание этого парфюма, что я не смогла устоять. Короче, сейчас я тебе покажу. Ладно, я предлагаю уже расходиться.